Саженцы герани темный ревен Рейвен предназначены для высадки в тенистых и влажных уголках сада. Посадите растения вдоль дорожек, разместите в приствольном круге деревьев и кустарников, и вы получите живописные куртины, состоящие из изумрудной листвы и крупных темно-фиолетовых цветков с ярко-белым глазком. Кустики герани хорошо ветвятся, быстро разрастаясь. Их высота достигает 35 сантиметров. Цветет растение с июня по сентябрь беспрерывно. Сорт Ревен исключительно неприхотлив и зимостоек. Герань не выносит лишь засухи и прямого воздействия солнечных лучей, нежные лепестки выгорают. Герань темная Ревен – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, миксбордеров, газонов. Герань прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для глинистых почв. По типу ствола герань темная Ревен можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания герани прекрасно подходит телепца А и открытый грунт. Расцветает герань темная Ревен в месяц июль, июнь, август. Интересные цветы герань могут быть до 3-5 см. Лист этого прекрасного растения по форме резной. Обратите внимание, что герань темная Ревен – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.